хотела собачку. Да, можно. Присядьте, ну, присядьте, пожалуйста, вот, не хочу, вот. Представь, сверху не нависай, присядь. Он боится, когда сверху сидит, он нависает. Сейчас это будет? Да, Стэн. Позови его, сейчас приду. Стэн, Стэн, ко мне. Где, говорит, кусочек вкусный? Есть ли у тебя кусочек вкусный? Ну, только в машине. Сюда, сюда. Не умеет. Сейчас посидит в очереди, научится. Ага. Присядь-ка на ручку. Ну вот. Собаки боятся, когда на землю так нарисуют сверху. Ну вдруг ему что-нибудь прислали, действительно. Сюда, Леся. Сюда. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, Леся. Это Колик Раскошелый. Марку, хорошо. Да, и сердце похоже на кошку. Мне кажется, они все одинаковые, все животные. Да. Иди сюда, эй, здрасте. Изучатель пространства. Иди сюда, скорее. Сюда, сюда, сюда. Мой дедушка. Интересный вопрос. Осторожно, шкаф. Ты что я разбрала? Напугаю. Не трогайте же собаку. Так вот уже вся ощупана, не трогай. Можешь разговаривать? Это был вопрос интересный. Салфетку влажно. Я просто не беру мелочи. Конечно. Да, они обычно не нашли. Я по морде смотрю, вроде Коля. А сколько возраст? 6 месяцев. А, еще расти будет, да? Я сейчас первый раз, когда я вижу. Редко во всем порыве особо. Особо я не интересовался, но вижу первый раз. Что-то Колли, Настя, фильм еще там. Да Настя уже все выяснила. Целый был про Колли. Пожалуйста. Всего доброго, свидания. Здравствуйте.
Владимир Николаевич, пожалуйста, платье. Да нет, нет. А? Я спокойно жил. Хорошо? Потому что я вещи беру, я вещи ваши. Хорошо? Можно? Нет, дадите, есть все. А, прям вам отдать? Да, да, сейчас попозже. И вещи попозже. Ну, последний вообще. Не сидится, не лежит.